Короче, ребят, здесь убийство Волгой. Смотри, где еще такое вообще убежит? Шарах тебя Волгой. Да ну, слушай, я бы так, конечно, не издевался. У нас у самих была такая машина в 90-е годы. Вот, 24-я Волга. Ну, скажите мне, что это не она. Ну, может, это и не она. А вот это что? Что это я включил? Подожди. А, да, вот, еще раз. Давай. Что, я его сплющил? Сплющил, отлично. То есть мне таким образом предлагается экономить патроны. Так, вон там еще один. Стиляга. Шастует. Но здесь тупик, но по сути нам надо идти. Да, я посвечу. Может, эту дверь можно открыть? А может быть, ее можно вот этой пушкой. Ху-ху-ху, ничего. Монтировкой тоже ничего. Давай, давай, все. А, вот значок черный, значок Half-Life. Это значит, что... Это значит, что... Ой, да не надо выть уже. Да. Все как в том анекдоте. Какое гнетущее молчание, Холмс. Это молчит рыба Баскервилей. Нас сейчас будет здесь кумекать. Может быть, я думаю, смотри, что надо сделать. И на Волге мы поднялись. Вот сюда. Это единственное, что мне пришло в голову. Так-то лучше. Да, безусловно. Григорий, безусловно, так лучше. Ты уже встречал мою паству. Да уж. Ладно. Безумный, безысходный смех. Паста у него тут. Это что такое? Это такое впечатление от камина, труба. Ну вот здесь как-то мне поуютней. Ну хорошо, продвинулись хоть как-то. Так, здрасте. Вот это очень опасная тварь. Так, вот здесь вот это можно было его подорвать. Ну дайте хоть мне с друзьями встретиться наконец. А, вот это сейчас его угрохал. Да, вот, здорово, здорово. Ну что ты не стреляешь-то? Это ты, брат. Кули, это цветочки для тебя. Ха-ха-ха, цветочки, блин. Ну вот этими можно кидаться, да, понятно. Здоровье у меня полное, но... Хватит ржать. У меня патронов мало уже. Вон он ползает. Так, этого угрохал. Ублюдки, а. Чужды. Меня одолевали недуги, и недруги нападали на меня без причины. Так. Смотри, ну все, хана. Внимание, в крови обнаружено ОВИ. А, у меня здоровье восстанавливается после его прыжка. Ну ладно, дайте хоть мне дальше-то пройти. Господи, ну тут и пиршество. Понятно. Просто огромное количество этих деятелей искусств. И все. Берут за счет количества. Так, берем тогда. Ой, нет, нет, я так не хотел. Ну, блин, ну почему? А как мне тогда с теми-то друзьями, со всеми совладать, с его паствой? Блин, вот этот таракан. Жесть. А, во-во-во-во-во-во-во-во, подожди. Так, хорошо, хотя бы. Так.
Все, угрохал я его, нет? Ну, патроны кончаются, ребят. Мне это тревожит. Ух ты, какой ты гений. Ага. Так, ну на этих у меня еще хватит патронов, а и все. Все. Боезапас исчерпан. Блин, ну а как быть-то мне без боезапаса? Только пистик остался. Опять Волга. Так, здесь уже никого. Здесь лестница. Ну, включите мне... Господи, почему еще отрубается фонарь? Вот это, знаешь, когда жалко, как говорится, людям дать нормальное бесконечное оружие, бесконечный фонарь. Ведь ты есть моя помощь, сила. Господи. Так, ладно. Патронов дайте. А, дали патронов? А, патронов все-таки дали. Ну и что? По крыше я дальше иду вот так. То есть я упал. И чё я упал? Отсюда я пришел, что ли? Тихо, спокойно. Вот здесь, я думаю, можно где-то перекрыть. Да, слушай, здесь даже никаким правительством и не пахнет. Здесь уже правят самые натуральные отъявленные силы зла. Они даже уже не делают вид, что добрые. Черт, блин. Ну куда я залезал-то сейчас? Где тут была лестница? Ух ты, ёк-махарёк. Ну хоть пистолеты и патроны дали, то спасибо. Так, он еще шевелится, что ли? Стоп. Сдохни. Здесь ничего. Не надо было мне падать. Да, вот получается, что я опять забираюсь на эту лестницу, и это, по-моему, единственный вариант. Здесь опять у меня отрубился свет. Ну вот я забрался, да, сюда. Вот тут я прошел. Сюда я заходил. Здесь никак не пройдешь. Ну как-то вот надо по крыше, наверное, по этой опалубке как-то аккуратненько. Нет. Тут я уже не пройду. А через так, через тут. Если бы. Еще по логике здесь нам должны были дать пройти. В это окно не залезешь. Так, по шнуру, я думаю, вряд ли. Ну и как тогда? А, вот здесь еще есть какая-то доска. А почему так быстро-то? Боезапас исчерпан. Мне же уже как все, что ли? И тут три патрона. Ха, обалдеть просто. Мне же давали уже патроны. Ух ты, ё-моё, это у них что, операционный кабинет? Видимо, да, их тут пытались склеить. Офигенный какой-то тут инструмент, какие-то крюки. Все равно их не могу использовать. Господи, мать его. А как мне быть-то с таким количеством патронов-то?
Господи. Только так. Ой, блин, они меня все равно обступят все. Во, веселая компания. Пропустите. Тут по-другому вообще было никак. Я хоть гвоздодер достану. Во, патроны. Господи, неужели? Так, они ведь сейчас спустятся все за мной. Так, еще патроны. Ну да, было рассчитано под то, что я останусь без патронов к этому моменту. Ё-моё, они еще и летать тут умеют. Стиральная машина. Чё такое? Стиральные машины хорошие. Явно благородных марок. Как хорошо с патронами, ты представить себе не можешь. Блин, может его просто пропустить, а? Блин, собака. Сейчас сверху тоже кто-нибудь пойдет. Старые друзья. Я думаю, да. Вот эти летуны, вот этот туман вообще. Подожди, летуны, это же у нас был Far Cry в первой части. Ё-моё. Как ты сюда попал-то вообще? Сюда, брат! Так, патроны. Ну. Подойди ближе. Как я подойду ты ближе? Ты шевелил. Это мне по вкусу. Вот, у меня есть оружие получше. Давай. Тебе пригодится. Лови. Хорошо, держи это в секрете. Вот тебе мой совет. Ну. Целься в голову. Этим... Они идут. Да, они уж идут, да.